Не будем затягивать и увидим следующую пару. Это 15-й бой на подходе. Впереди еще 4. Фу. Ну что, где 15-й бой? Черная борода выходит. Точно будешь разгадывать? Нормально? Капа есть? Бандаж. Твой звездный час. Все, что пожелаешь. Возьми. Первый раз пришел. Держи, толкай. Пришел, увидел, победил. Или больше ничего? А прозвище какое будет? Джонни. Джонни? Черная борода. Пусть будет так. Давай, на этот раз. Красавец. Такую бороду мечтают все. Но не каждый достоин ее иметь. Давай послушаем парня слева. Давай, чувачок, залезай. Ну что, пока парень экипируется, напоминаю, что это Extreme Sports. Это отличный эфир, шикарный турнир. 30 градусов температура. Зрители держатся на волевых. Бойцы держатся на сверхволевых. Ну и мы с вами, организаторы, вкалываем до последнего, чтобы вы насладились таким прекрасным мероприятием. Давайте послушаем парня. Держи, мужик, толкай речь. Да, речи потерял, не страшно. Речь после. Ну, давай прозвище хотя бы. Самбист. Это просто эффектно. Это 148-й самбист на стрелке. Против Джонни Черной Бороды. Поехали. Вячеслав судит. Как и всегда. Как и всегда. И по жизни. Парни на середину. Нет. Парни, напоминаю, головой и локтями бить запрещено. Все остальные правила я уже говорил, должны их помнить и правила не нарушать. Слушайте меня внимательно и делитесь честно. Руки пожали. И по углам. Итак, готов? Готов? Бой, поехали! Стоп! Стоп! Встаем. Внимательно. Запутался в канатах, подняли в стойку. Внимательно. Бой! Колено в партере, в голову запрещено. Вот забери, душится, забирай, хорошо. Отлично, хорошо. Давай. Душишь, красный. Душишь, давай. Хорошо, забегай, тебя. Закидывай ногу. Ногу закидывай, на себя приподними его чуть-чуть. Хорошо, душится, хорошо. Все, не дай себе. Зайди за спину. Активнее защита. Стоп! Сюда ко мне, на середину. Сюда. Без лишних слов, победа! Руки пожали. Поздравляю с победой. Скажу честно, неожиданный результат. Не выглядишь фактурно, победил достойно. Какая подготовка? Сколько лет? Сколько зим? Занимался, получается. Сколько лет, сколько зим? 8 лет самбо и месяц кикбоксинга перед боем. С кем пришел? С кем и уйдешь. Пришел, получается, с друзьями и с братом. Брату понравилось выступление? Достойный бой. Давай, на, скажи пару слов. Ты такой, я ярко, на эмоциях залетел сюда, давай. Да, конечно, на эмоциях. Сам тут дрался, решил протолкнуть своего младшего. Вот, протолкнул, нашел тренера, подготовились, сделали то, что должны были. И сделаем это еще раз в августе. Молодец, в августе будет турнир. Неплохо, мы в зал, давай. Ты сказал все? Молодец. Борода, иди. Бой был мощнейший, ты был шикарен и эффектен, давай. Всем привет. Хотел показать лучший бой, но, наверное, все-таки это тот момент, когда я понял, что все-таки это спорт не для меня. Кто тебе сказал? Вот, после операции я так и не смог остановиться, у меня ты давай, три года не работала рука. Ты проиграл? На 100% не работала рука, и у меня очень много оперировали. Ты проиграл сейчас бою или нет? Да, это мой бой, это я только хотел начало. Себя попробовать, но я лучше буду бабки зарабатывать. Послушай, вот.
Ну все, я хотел себя попробовать. И все перерезал сразу, да? Но да, твои, форма, наверное, тебе не мое. Действительно красивая. Да, лучше я буду заниматься своими делами. Отличная организация. Послушай, мы дадим тебе совет. Одно другому не мешает. Деньги зарабатывать можно и всю жизнь, пока не сдохнешь. А вот это испытать не каждый может. Проиграл? Не больно, нормально, просто не получилось выбраться. Парень красава, молодые пруд, класс. Не давай, заднюю не давай, что совсем сдулся. Давай, тренируйся, приходи еще. Мы тебе выберем еще пару, покажешь себя. Целую пару тебе выберем. Аплодируем, бороде!